Мне что-то показалось, 6. Ебать, минус инсульт жопы. Блять, ёбаный свет. Сука. Хей-йоу, пацаны. Шучу. Так, ладно. Ку всем, в общем, вышла обнова. Сейчас я вставочку сделаю. Там запись, потому что у меня закончилась. В общем, сейчас по новой запускаемся. Сейчас фастом все делаю, пока включаю вам заставочку вот эту вот. А, как видим, немного освещения пофиксили. Так, что у нас здесь? What the fuck? Что я? Это что я? Охуенно. Так, ладно. А что здесь еще есть вообще в целом? Это, я так понимаю, место для тестов, да? А, сюжет хотят добавить, походу, да? Нихуя себе. Опупенная. Тут что у нас? А что там такое? А что? Заглянуть туда вообще никак? Одним глазком хотя бы. Это типа доп. Улучшение. 25 тысяч баксов. Нихуя себе. А у нас сколько? Сколько у нас? А где? А где? Без понятия. Ладно, в общем, пофиг. Еще доп. Улучшение. Или как? А, нет, обучающее. Понятно. Пишут, что N. Че у меня N нажимается? Здесь нельзя, типа? Это что у нас? Не знаю, ёбань какая-то, если честно. Не, ну освещение неплохое сделали. Чувствую, такой какой-то плавный свет стал более... Не выколи глаз. Хотя, если взглянуть опять на этот свет, то да. Глаза можно выколоть, да. Это что у нас? Это еще доп. Улучшение, да, я так понимаю? Машина какая-то стоит, а там еще куда-то... А, нет. Это чисто баг. Я вот не понимаю, на кой фиг они это все добавляют? Что-то я вообще не вдупляю. Ладно, сейчас надо запуститься в какой-то домик. Так, значит, как я там сказал в этой вставочке, то, что свет немного поменяли. И вот это вот место палатки поставили. Зачем? Вот это мне, кстати, не особо зашло, если честно. Я так понимаю, вот здесь будут вещи купленные появляться. Ну, блин, ну, не знаю, ну, мне это как-то немножко неудобно. Печать активности. Вот это, кстати, вот я не знаю, будем мы это все делать или нет. Самое главное сейчас понять. Кстати, да, свет сам включается. Дает знак. Да ну, ёпта. Опа. Ты здесь? Ты здесь? А что такое, бака? Мне что-то показалось, 6. Ебать, минус инсульт жопы. Напиши в блокноте, сука. Вот отсюда кажется, как будто бака, не? Ебать, ну тебя в пень. Пошел ты нахуй. Так, а отпечатки пальцев. Там что, N надо нажимать? А, вот доказательства. Эктоплазма, если ли? Или что? Огонек, кстати, надо будет еще чекнуть за одним. Так, вот это что? Это, по-моему, датчик движения. Это диктофон у нас. Это ЕМПХ. Это зеленка, по-моему. Так, что еще? Вот этот датчик надо поставить. Он, конечно, немножко обманывает. Я не знаю, его пофиксили или нет. Но он немного сбоил. Включи свет. Пошуми. Покажи себя. Ты здесь? Пошуми. Покажи себя. Ты здесь? Дай нам знак. А это типа ответ? Покажи себя. Здесь? Окей. Покажи себя. Что это, блядь, было? Я в ахуе. Ну в пизду. Так, вот у него голос в диктофоне. Огонек. Если сейчас огонька не будет, то это шмаль. У нее датчик движения. Это типа вот это, да, фигня? Ну-ка, сейчас затестим. Я не знаю, фотик надо, нет?
По идее, можно попытаться ее сфоткать? Да нет огонька. Ну вот хоть убей, нет его. Если у нас нет огонька, получается доказательство. Шмаль у нас. Чисто фактически. Он так чисто фастом, если понять. Как бонусом. Кстати, благовоние я могу использовать, но... Блин, это специальное задание надо выполнять. Это сюда. Свет включим. Погнали искать зажигалку. Блять, ёбаный свет. Сука. Ебать. Мои сосочки встали. Пизда. Ебать, нахуй. Что ты нахуй такое делаешь, а? Почему здесь два телека в одном? Кого? Блять, пиздец, нахуй. Все, инсульт, нахуй, жопы. Пиздец. Ой, блять. Блять, ебаный свет. Я отойду, нет, нахуй, от этого. Блин, может легче зажигалку купить, а? Что вообще гулять по дому неохота. Он какой-то злой. Ебануться нахуй. Так, ну поскольку здесь я все облазил, по-моему, уже, да? Ну хуй знает. Честно. Мне надо всего лишь зажигалочку, ну. Халявную. Неужели у тебя в доме нет зажигалок, дядя? Еще непонятно, когда здесь атака идет. Здесь хотя бы один телек, уже. Уже неплохо. Вот она, сука. Пиздом. На всякий случай свет выключим. Так, как поджигать? Потуши свечу. Затуши свечу. Дай нам знак. Потуши свечу. Затуши свечу. Ебать. Затуши свечу. Блять, мне не по себе нахуй. Затуши свечу. Не знаю, засчитывает это или нет. Затуши свечу. Пизду и сиди там. Бля, какой, а? Потуши свечу. Ясно, нахуй. Всего вам наилучшего, так сказать, да? Чё, задание не засчитало? Блин, потушить надо именно. Задуть свечу, чтобы она задула ее. Вот защиту я не могу сделать. И печати поставить не могу, потому что я баллончик не взял. А здесь, по-моему, купить нельзя онлайн. Или можно? Блин, может, я чё-то не понимаю, не знаю. Блин, жестко там активничает. Может, вот с помощью этого он будет задувать свечу или чё? Потуши свечу. Ты здесь? Дай нам знак. Дай нам знак. Потуши свечу. Покажи себя. Ты здесь? Ты близко? Ты далеко? Ты молодой? Ты молодой? Почему два? Чего? Это нахуй такое вообще? Что за баги? По-моему, такого не было. Потуши свечу. Ты здесь? Дай нам знак. Ты здесь? Дай нам знак. Покажи себя. Не нахуй, не показывай себя. Ну пусти нахуй, ебань. Все, со светом там сиди, значит. Непослушный такой, а? Да все, в пизду, блин, он не хочет тушить свечку, сложность, видать, слишком маленькая. На тебе фото на память. Все, ебись ты как хочешь. На благовоние еще не занюхни. Я не знаю, зажег его, не зажег. Ебись с ним как хочешь. Все, в общем, поехали. Че я там поставил, нет? Как ехать-то? Походу не здесь, ладно, пофиг. Поехали. А где огонек был? Там должен был быть огонек, огонька не было. Что? Ну ладно, в любом случае 55 баксов дали. 65 XP. Пиздец какой-то, если честно. В общем, все, давайте, всем удачи. И всем пока. Не забывайте подписываться еще.